расскажу про перчатки Race Face. Вот они такие. С Вигли, на Вигли покупал. Их не лейбл. Вот он Race Face. Чина, конечно же, чайно все сделано. Так, что у нас там? Найлон. Неопрен, найлон, полиуретан, полиэстер, спандекс. Size M, размер маленький оказался. Вот кончики пальцев упираются прямо туда, жмут аж. И тесные какие-то они. Тесноватые. Тут палец большой. Вот у него очень свобода движения, не очень плохая такая. Вот, ну здесь типа для телефона такая поверхность блестящая. Это пупырчатые для руля, я так понял, в одном месте только. Ну, такие вот перчи. Побольше размер, конечно, но, блин, М-ка все мерил, как на сайте написано. Но не получилось, да. Размеры у них надо заказывать больше. Стоят они-то больше 1500 с чем-то, с копейками. Да, дороговато. А так слепую, конечно, лучше не покупать такие вещи. Я уже в этом убедился. Это уже вторые перчатки, которые мне малы оказались. С Вигли. РФ. О, как регистрация прямо у самолетов. РФ. Все, конец связи.